А где твоя мама? А она уехала к родным, в Подольск. Давно? Где-то 2 часа назад. Ну, это 2 часа в одну сторону. Да меньше. 15:00 с метро. Устанет. Ну, обратно ей ехать будет уже поздно. Все-таки Подольск, шпана. А она не любит нигде ночевать. Спасибо, но меня в ресторане хорошо отравили. А мне понравилось. А меня отравили. А мне понравилось. С непривычки. Нет, мне просто понравилось, как там кормят. Цыпленок табака? Почему? Я ела бифстроганов. Бифстроганов. Ты хоть знаешь, на каком масле они жарят? Вот завтра ты это ощутишь на себе. А мне понравилось. Цыпленок табака годится для зубного врача. В смысле? Ну, что после цыпленка табака нужно срочно лечить зубы. А у тебя плохие зубы? У меня? У меня отличные зубы. И что это было? Тогда что тебя волнует? Умыться бы после посещения этого ресторана. У меня тут где-то полотенце было мое. А ты там красное возьми, мое висит. Общее полотенце не гигиенично. Ну я тебе другое, наше дам, тоже красное. Как различать будем? Я тебе зайчика вышью. Смотри, у меня тут целое приданное. Просто не под одеяльники. На своих собираешься спать? Жизнь подскажет. А я с мамой лягу. А ты постелишь здесь вот себе, на своих стиранных глаженых. Зато твои приданные не пропадет. А ты зря со мной тогда танцевать в вальс не пошла. А у меня нога сломана. Ну, ты мог бы и Кузнецову пригласить. А у Кузнецовой свой муж есть для этого. Он, кстати, там был. Он бы не обиделся. Да, он бы не обиделся.
два дела вас научили на Химовском. Просто не стирать, да вальс танцевать. Подумать только. Гигиену соблюдаешь? Да, я парень аккуратный. Брезгуешь моим полотенцем? Я? Да нет, что ты. А что свои привез? Может, еще ничего не будет? Поглядим, увидим. Уйди-ка! Света, Света! Светлана! Зачем ты? Ты моя жена. Фактически нет. И не думай. Будешь приставать, поедешь к себе домой. Куда я поеду? Да куда знаешь? К маме своей. Ну ты же знаешь, она у сестры живет. Там некуда. Ну тогда к себе, в Кустанай. Я оттуда уже выписался. Отовсюду выписался. Дом материн в родном городке продал. Да? Толик, а ведь ты меня совсем не знаешь. Ну почему? Я присматривался. Присматривался, но не знаешь. Ну почему? Я наблюдал, сравнивал. И постепенно одна за другой кандидатуры отпадали. Я честно тебе сказал, никого не люблю. Но жениться хочу только на тебе. Вот, женился сегодняшнего дня. Ну, ты ведь меня не любишь, правда? Ну почему? Я наблюдал. Ты любил Кузнецову, а она вышла за Кольку Лобачева. Да я не могу любить. Кузнецова мне говорила, что ты ей делал предложение на лестнице. Я ей просто сказал, выходи замуж. Это оно и есть. Ты мне то же самое сказал. Тебе я сказал, выходи замуж, ты спросила за тебя? Я сказал, да. А ей я просто дал совет. Какие еще были кандидатуры? Все. Все. Можешь по пальцам сосчитать. Ты говоришь неправду.
Я никогда не вру. Просто не договариваю. На самом деле ты любил всех. Я не могу любить. Это не в моих силах. Затылок сковало. Давление падает. Сейчас я покраснею. Наверное, будет дождь. Мама промокнет. Зонта не взяла. А возможно, дождя не будет. Надо внимательнее смотреть. Куда? На небо. По моему давлению можно предсказывать погоду. Ты покраснела. Наверное, будет дождь со снегом. Да? Я не знаю. Не знаю, что будет. Не знаю. Ты всех любил, кроме одной. Да нет. Я никого не любил, кроме тебя. Правда? Сначала да, а потом меня как бы отбрасывало. Это не тебя отбрасывало. Это тебя отбрасывали. А я... А я запасной вариант. Оставленный на потом. Где тебя не отбросят. Где тебя не мордой об стол. Ты меня одну так никогда и не любил. Да я... Свет. Да я... А что такое любить? Что такое любовь? Твоя Кузнецова любила Колю страстной ответной любовью. И что из этого вышло? Показывают друг другу вот так, а посреди комнаты сидит ребенок на горшке и орет. А ты откуда знаешь? Ночевал у них две ночи. Значит, ты у них скрывался? Ну почему скрывался-то? А как это называется? Приехал за два дня до свадьбы и исчез. Опять. Нет, ты скрывался. Мы могли бы походить, вместе поделать что-нибудь за это время. Но теперь-то все позади. Теперь-то мы женаты. А ты приехал и к Кузнецовой ночевать пошел. Пошел навещать свою старую любовь. Ну я должен был переночевать где-нибудь. Да ты бы у нас ночевал. Но у вас неудобно. А сегодня ты где собирался ночевать? Сегодня тебе удобно? Сегодня другое дело. Сегодня по закону. А по закону, значит, удобно. По закону, значит, не стыдно. Только ведь бумажка появилась. Ничего ведь не изменилось.
Ну, это меняет дело. Как же ты сможешь ко мне прикоснуться? Ты ведь меня не любишь. Да как муж прикасается к жене. Ну, теперь я тебя узнаю. А ты думал, что если все тебя отбросили, то я не отброшу? Я покраснел? Покраснел. Будет дождь. А я знаю, почему ты в Москве эти 2 дня без меня был. Ты боялся, что я тебя раньше времени отброшу. Я мамы твоей стеснялся. Ты же знал это. Ты же шел на это. Ты же знал, что я всегда буду жить со своей мамой. Да живи, кто тебе мешает. А вообще, ты знаешь, ты, конечно, у нас сегодня переночуешь. А завтра мы пойдем и подадим заявление на развод. Что? Так, я, пожалуй, у Коли переночую. Не надо. Только новости носить, что да как. Ты поспишь на своих, стиранных да глаженных. Вон, а я с мамой лягу. А ты ляжешь на моем диване. Ничего, удобно будет, как в поезде. Я уж лучше на вокзале с бомжами. Знаешь что? Давай собирай свой чемодан и иди. Можешь сказать, что тебя снова отбросило. А мне не надо его собирать. Я его не разбирал. Ну и иди. Как разводиться будем? А я не знаю. Ну, ты свое заявление понесешь, а я свое. Что, дружной семьи, что ли, пойдем? Хватит. Здрасте. Добрый вечер. Вечер добрый. Мама. Чего так рано? Что? Что я так рано приехала? Да, я поехала в Подольск. Потом раздумала, что это я без приглашения, никого не предупредила. Да, кстати, у меня есть мой диван, и я на нем никому не помешаю. Уши заложу, я здесь живу и никуда отсюда не денусь. Вы не беспокойтесь, я ухожу. Делайте, что вам надо, я не помеха. Я совсем ухожу. Что, уходишь? Да. Ну иди, иди. Ты мне сразу не подошел. А я-то думаю, что это моя, да, Светка так страдает. А оказывается, ему московская прописка была нужна. Фиктивный брак, так сказать. Почему фиктивный? Слушай, ты мне мозги-то не пудри. Что, хуже моей Светки никто не нашелся на тебя позариться? Ну зачем так говорить-то? Да нужен ты нам. Мы и без тебя вдвоем прекрасно проживем. Хотя мы обе больные и старые, ничего, угу, проживем. Я вон 30 лет в холодной постели сплю без мужика, и она поспит. Все лучше, чем с тобою. А с тобой у нее одни будут житейские проблемы. Слушай, иди без оглядки, а. Мама, ну куда он пойдет? Ему ладно, и некуда ведь. Да потом у него здесь все права. Ты что, не видишь, что он сам хочет уйти? Мама, ну что ты-то вмешиваешься вообще? Это моя квартира, и посторонним здесь делать нечего. Ты что думаешь, я слепая? Ничего не вижу. Диван-то у вас не разобран.
Ты что, за него фиктивно вышла? Мы не фиктивно. Зачем тебе, позор, такой штамп в паспорте захотела получить? Пошли отсюда. Я ж его не пускаю. Вот увидишь, получит гражданство и погонит нас с обоих. Я ж его не пускаю. Он только обрадуется уйти. Иди. Один день побыл в Москве, и она согласилась. Коля, переночуй. А потом исчез, неизвестно где пропадал. А она все ждала его и бегала к телефону. Слушай, уходи, прошу тебя, уходи. Толя, я с тобой пойду, подожди меня. Захвати плащ. Сейчас я оденусь, подожди. Тогда я так пойду. Ты так чё, куда за ним побежала? Пропусти, я ухожу. Я с ним пойду. Мама, пусти. Ну иди. Да. Начинается житие.